Так, друзья, здравствуйте. Попробую вам сегодня... Здравствуйте, дорогие друзья. Покажу вам, что такое технология. Мы настраиваем сварку, чтобы пришли потом люди и аттестовались. Вот пример. Вот двойная катушка. Ну, катушка из двух стыков. Она прихватывается... Вот, тут уже одна осталась катушка. Она вот так прихватывается, токарь затачивает кромку, вот так аккуратно отрезается. Ну, здесь уже болгаркой отрежется, а так, если двойная, здесь орбитой отрезается. Орбита вот стоит. Я показывал, как ей работает. Так, дальше. Дальше вот они получаются вот одиночные катушки с заточенной кромкой. Мы берем ее, подкатываем. Ну, сюда вот два поста. Там пост и тут. Это центратор. Одели одну катушку центратором. Это прихватили. Разжали, прихватили. И вот заточенный стык под сварку. Кромки совпадают. Центратором раз. Сварщик варит. Вот оборудование, которым мы... Цепляем потом эту двойную катушку, срезаем ее, цепляем и везем на стенд для пиловца. Это принимают, просвечивают шов пиловцы. Просветили, опять же, своей кранбалкой, которая у нас передвигается. Подъезжаем, снимаем, и она назад приваливается сюда, опять затачивается, опять режется, режется. И опять у нас две катушки, и мы их везем... Опять же, на этот пост и другие люди, ну, сварщики, варят. Ну, если до них хорошо отварились, то следующие варят. Если плохо, дают еще одну попытку. Ну, вот второй пост, такой же пример. Это до обеда мы успели стыкануть, заварить не успели. Прихвачено. Все тут. Стык идеальный. Такие дела. А здесь у нас обучаются, настраивают ручники. Ручная дуговая сварка. 45 градусов они валят. Начинают снизу, выгоняют наверх. Два сварщика одновременно. Ну, все профессионалы настраивают оборудование. Так что вот так. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.